Все целевые показатели выполнены. Главное управление ЗАГС Нижегородской области подвело итоги работы за 2020 год. Зарегистрировано более 116 тысяч записей актов гражданского состояния. Государственную пошлину взыскали на сумму почти 40 миллионов рублей. Кроме того, в августе специалисты завершили большую работу по формированию единого государственного реестра и сделали это вторыми в стране. Все 100% актовых записей, начиная с 1926 года, загружены в электронный реестр. В будущем система позволит организовать онлайн-доступ к документам, возможность получить в день обращения повторный документ, свидетельство или справку. Всего от Нижегородской области в реестры занесли более 14 миллионов записей.